Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Возвал я, и ты услышал меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне и услышь слова мои. Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да будет со всеми вами, со Духом Твоим. Дорогие мои братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего Милосердия. Я отец Якуб, с вами здесь, сестра Татьяна, молимся, просим смиренно во время этой мессы, чтобы Господь наполнил нас даром распознавания знаков времени. Господь обращается и с нами, общается с нами посредством своих слов, священного писания, различных также событий в нашей жизни, окружающего мира. И человеку дано все то для того, чтобы он понял, чего Господь от него хочет. Мы это называем знаки времени, но можно себе сказать, у каждого человека есть свои знаки, которые от Бога получает. И главным образом это выучить этот особый язык общения, который Бог имеет по отношению каждого из нас. Об этом сегодняшнее слово. Будем молиться, чтобы Господь дал нам вот эту возможность и дал нам также желание слушать и видеть эти знаки, которые нам хочет дать. В начале этой мессы давайте попросим, чтобы Господь простил нам все наши грехи, дабы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться во мне, Господу Богу нашему, да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Всемогущий вечный Боже, помоги нам всегда благоговейно исполнять Твою волю и с чистым сердцем служить Твоему величию. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение послания святого апостола Павла к Ефесянам. Братья, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Слово Божие. Благодарение Богу.
Блажен человек, ищущий Бога. Блажен человек, ищущий Бога. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Блажен человек, ищущий Бога, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у которого руки неповинны, сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно. Блажен человек, ищущий Бога, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Блажен человек, ищущий Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Ты, Отче Господи, неба и земли, что тайну Царства открыл младенцам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим, чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемер, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же и вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Слово Господне, слава тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, у многих верующих, если не у всех, должен присутствовать всегда вопрос, чего Господь от меня хочет, какие Его планы, Его замыслы, грубо говоря, какое мое призвание, что-то, что определяется не один раз в жизни, только в ежедневности нашей, чего Ты, Господи, хочешь от меня. Иногда я меняю этот вопрос и говорю: Господи, а в чем Ты хочешь, чтобы я Тебе сегодня помог? Есть же все это Божьим замыслом, а мы, существующие в этом мире, в истории, в конкретных местах, мы существуем для того, чтобы Богу помогать осуществлять Его замысел спасения. Знать волю Божию – это знать на самом деле и свое место. И с другой стороны, живя этой волей, человек чувствует себя счастливым. Ничто не дает нам такого счастья, полноты и смысла нашей жизни, если не то именно глубочайшее убеждение в том, что мы живем так, как Господь от нас хочет, что я принял сегодня такие решения, какие Он хотел, что я пошел по Его замыслу, что я сделал то, чего Он хотел, что я как-то понял вот это. Действительно, дорогие, это радость огромная, но хочу вам сказать, что и многие монашествующие, и профессионально занимающиеся религией, и христиане, не все далеко мы умеем, и не всегда мы чувствуем, что правильно поступили, что вот эти наши решения, в силу того, что влияют на нас какие-то обстоятельства,
вот наше прошлое, наши истории, наши проблемы в жизни, которые где-то были. Ну вот, а еще бесноватый где-то тоже крутится. И все это не позволяет нам так чисто всегда вслушиваться эту волю и ее выполнять. Вот для этого, чтобы эту волю понять, нужно некоторые условия, а с другой стороны, какое-то огромное внимание насчет того, что происходит вокруг нас. Первым, сегодняшнее слово немножко об этом нам говорит. Первым, на самом деле, таким условием есть то, которое мы сегодня пели в рамках псалма, псалом 24. Вот этот антифон, который мы повторяли. «Блажен человек, ищущий Бога». Ищущий Бога, хочу подчеркнуть. Первым условием всегда и стало, что человек принял в своей жизни желание идти искать Бога. Может, это парадоксально, но кажется, что не всегда так есть. Но это есть основа, фундамент. Я все своим сердцем, душою желаю, ищу в моей жизни Бога и Его закона. Беда, потому что бывает так, что даже мы, верующие, и как-то люди, пытаемся порой искать, не Бога, или Бога где-то там на втором месте, а все-таки свои какие-то планы, все свои удовольствия, свои мечты, свои карьеры, свои желания, свои помыслы, все это. Основой является то, что я хочу искать Бога, хочу быть ближе Его, хочу знать Его. Есть в нас это желание. Просыпаемся ли мы именно с таким именно желанием? Господи, и сегодня я хочу Тебя искать, жажду Тебя. Конечно, примеры святых можно было бы умножать, святая Фаустина, другие, но вот святые в той или в другой форме жизни хотели это делать, искать Бога. Ищем ли мы во всем Его воле, желаем ли мы Его, фундамент. Потом вторая вещь, где-то которая появляется, это... Также вот в этом псалме это то, что все, что вокруг нас есть, тут написано «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и живущая в ней». Вот это представление о том, что Бог присутствует и действует и в нашей истории, вокруг нас, и в созданном окружающем мире, в той условии, что мы поверим, правда, в то, что Бог говорит к нам через события вокруг нас, через созданный мир, что Он постоянно выходит нам навстречу и хочет сказать нам, какова Его воля. Это тоже далеко не уверен все, что у Бога есть какая-то воля по отношению ко мне. Сколько нас миллиардов в мире, история. Разве Бог может чего-то от меня хотеть? Привыкли мы к тому, что мы являемся одним из массы огромной, 6 тысяч членов конгрегации Божьего Слова, я один среди этих, и что, разве у Бога есть какой-то определенный замысел по отношению ко мне? В общем счете, может, там всех вербистов Господь как-то учитывает. У него же там миллионы, миллиарды людей, все это. Где ко мне? И одновременно, если ко мне, вокруг меня стоят какие-то другие люди, одновременно со всеми будет говорить при помощи той же самой молнии, того же самого несчастного случая или какой-то встречи. Порой нам кажется, что у Бога сил не хватит, желания не хватит. Или, может, недооцениваем себя, что Он нас на самом деле так любит, что Он хочет с нами общаться. Понимаете, это важная вещь, что Бог хочет с нами общаться, мы Ему не чужды, Он не нас не бросил, Он просто с нами хочет. Кем бы я ни был, сколько мне лет, сколько бы мне там не делали операцию, какого умалишения бы мне как-то не находили во мне и всяких разных грехов, Он по-любому хочет со мной. И все служит Ему, все абсолютно. И в этом плане очень хорошо прочитать себе книгу пророка Ионы, сколько там Бог сделал, чтобы этому Иону сказать, как его пророка Ионе. Помните эту историю этого пророка, который не хотел в Ниневию идти. Сколько там Бог сделал для того, чтобы он понял вот это Иона, какова воля Божия, и ее сделал. И все вокруг него и служило Богу. Да, давайте убедиться в том, что у Бога есть возможности, Он с нами хочет общаться, если только мы хотим. Потом есть важно еще то, что в первом чтении где-то есть написано, конечно,
послание к Ефесянам в самом конце, где Павел говорит общине, что ладно, у вас там разные есть общения, разные есть у вас харизматы, все, служите одному телу, но самое главное, чтобы сохранить единство. Единство, единство веры и так далее, и так далее. Ну что ж, можем себе сказать в нашей жизни, в наших решениях, самое важное тоже себе сказать, что есть вещи поважнее и те, которые не сильно-то важны. Есть ценности и выборы решения, которые стоят на первом месте, что-то на втором месте, на третьем месте. Нельзя так все в один мешок. Поэтому и Бог, который хочет нам что-то сказать, где-то пользуется вот этой иерархией ценностей. На первом месте, скорее всего, всегда есть то, сохранить божественную жизнь в нас, благодать освящающая, то далекие от греха, вот это на первом всегда месте, близость Бога, единство с братьями, сестрами и с Богом. Есть определенная иерархия ценностей, которые где-то достаточно ясно можем понять. Ну и потом идем в сторону Евангелия, видим, и тут Иисус называет специалистов по вере, лицемерами, тех, которые пошли за ним и которые, видимо, еще не умеют этого делать, не в состоянии увидеть, прочитать происходящих событий. И в том плане, чтобы увидеть в этих событиях какое-то слово со стороны Бога. Ну, можем себе сказать, конкретно Иисус говорит, ну, вы видите столько знаков, которые я совершаю, вы в них участвуете, вы едите этот хлеб, который я вам даю даром, вы видели очищение людей, воскрешение мертвых, вот такие знаки, вы не понимаете, что здесь происходит? Ну, лицемеры, вы поймите, что здесь. Вы все остальное вокруг природы умеете определять, когда дождь, когда зной, когда жара. А вот этого не умеете. Вот и нам Господь сегодня говорит, если будешь желать Бога в своей жизни, правда, если поймешь и примешь, что Он хочет чего-то конкретного от тебя, если поймешь, что Он воспользуется и историей твоей жизни, окружающего мира, существованием, если поверишь в то, что Он при помощи всего этого что-то постоянно на тебе говорит, если поймешь, что в своем слове Он дает тебе также иерархию ценностей, тогда увидишь, и эти знаки, которые вокруг тебя приходят, станут для тебя понятными. Первым знаком всегда, если я повторяю, первым знаком есть то, что Бог нас любит, что желает, чтобы мы существовали, прославляли Его и жили любовью. Первым знаком. Поэтому так. Ну что ж, и так мы дошли до момента того, что называется распознание жизни, решений, призвания своего. Распознание, которое включает в себе момент веры, момент осознания того, что вокруг меня происходит, и момент такого просьбы к Духу Святому: «Господи, помоги мне понять, чего ты от меня хочешь». Без тишины, без молчания, без молитвы правильного решения, очень сложно правильное решение принять. Важным также, учитывать все то, что происходит в крупном масштабе вокруг нас. Где-то когда-то таким знаком времени для каждого из нас, может, был ковид в той и в другой форме. Сейчас пришло другое время, другие знаки есть. Этих знаков очень много. Мы не должны ужасаться, мы не должны бояться, мы не должны как-то заниматься конспирологией, как говорится, и как-то выводить с некоторых событий какие-то апокалиптические представления. У Бога свое время. Самое главное – позаниматься самим собой и понять: «Господи, чего ты от меня хочешь? Читаю знаки вокруг меня. Чудесным образом ты поставил мне, дал, вернул мне жизнь. Живу, дышу. Есть у меня руки и ноги, мозги еще кое-как, глаза. Есть люди. Видимо, чего ты от меня хочешь еще?» Жить вопросом – это тоже неплохо, знаете. Просыпаться утром и спрашивать: «Господи, а в чем тебе сегодня помочь?» Мне это очень нравится, потому что, когда видишь, что на самом деле Бог заинтересован, Господь, этим днем и людьми: «Господи, в чем тебе помочь?» Тогда проще. Мы как-то были расположены помогать кому-то в нужде. Представьте себе Бога, который есть в нужде, который без нас вроде бы уже спас этот мир, но хочет, чтобы и нами воспользоваться в какой-то степени. Может, хочет, чтобы мы почувствовали, что значит радость спасения.
говорить людям о любви Божией, о милосердии, в этом участвовать. Тогда это нам дает радость. Вот. Господи, а в чем тебе помочь еще сегодня вечером, а завтра, а послезавтра? Аминь. Братья и сестры, Господь Бог по своей великой милости послал Христа, чтобы искупить мир, потому мы с упованием взываем: «Спаси, Боже, народ Твой! Спаси, Боже, народ Твой!» Отче Небесный, храни папу нашего Франциска, епископа нашего Павла и Николая во здравии телесном и духовном. Спаси, Боже, народ Твой. Помоги народу нашему укрепиться в вере и обратить свои помышления к неприходящим благам. Спаси, Боже, народ Твой. Будь милосерден к скорбящим и страждущим, и даруй им облегчение и утешение. Спаси, Боже, народ Твой. Озари наш разум Своей благодатью и направь нас на путь истинного покаяния. Спаси, Боже, народ Твой. Помяни усопших наших братьев и приведи их в царствие Твоей вечной славы. Спаси, Боже, народ Твой. Боже Всевышний, ради крестного страдания Сына Твоего не презри моления наших, но дай нам служить Тебе в любви и благочестии через Христа Господа нашего. Аминь. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. И мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина, да, приобщимся к Божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог вовеки. Прими нас, Господи, стоящих пред Тобой, со смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобой, Господи, Боже наш. Омой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Молим Тебя, Боже, сподобь нас в свободе духа принести Тебе дары, чтобы, очистив нас Твоей благодатью, Ты осветил нас совершаемыми тайнами через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом. Вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже. Ты через возлюбленного Твоего Сына сотворил род человеческий и по великой щедрости обновил его. Посему достойно служит Тебе все творение, Тебя подобающее восхваляет Тобой искупленная вселенная, и святые Твои единым сердцем Тебе благословляют. Поэтому и мы со всеми ангелами Тебя славим, в радостном непрестанном исповедании взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышний.
воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости. Поэтому просим Тебя освяти эти дары изъянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, Он подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущении грехов. Это совершаете в память обо Мне». Велика тайна веры, смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, с тела ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, вспомогательным Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы приняли Святого Духа, который сидел нас с детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовек. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир.
Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Сын человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Тело и кровь Христа. Твоим стопам, о мой Иисусе, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви и желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, о мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Помолимся. Господи, да приблизит нас участие в Евхаристии к небесным благам и, помогая нам в жизни земной, да готовит нас к жизни вечной. Через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Завтра субботний день в 10 часов утра у нас святая месса. В 3 часа дня читаю венчик святой Розарий перед пресвятыми дарами. Ну что ж, и остаемся с вопросом, чего ты, Господи, от меня хочешь, в чем тебе помочь? Вопрос распознавания знаков, знамени времени также и какого-то умения принимать правильные решения так, чтобы в нашей жизни всегда Господь был прославлен, и чтобы мы таким образом осуществили наше призвание. Господь с вами и со Духом Твоим, да благословит вас всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена Ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.